Ребят, всем привет, меня зовут Стас, мой инстаграм Дезодорант, вот тут он. Почему это Федя. Дезодорант? Почему не Дезодорант? Дезодорант. Все читают Дезодорант, реально. Да, все читают и все пишут. Это хорошо, вряд, потому да. что есть интерес. Ну, на самом деле, да, ты точно вряд ли можешь быть дезодорантом, потому что внесет от тебя погрязочку. Сука, я помылся. Мы сразу в душе были. Это не помогает. Всем привет! Мыслить как подписчик. Турнир, на котором Денчик зарабатывает очень много денег. Он пытается вернуть... А он всегда так сидит? Отбить деньги за свадьбу. Отбить деньги за свадьбу. Денчик недавно женился. Мы поздравляем его. Мы нет. Ничего, зачем поздравлять его? Я поздравляю. Стас поздравляет. Это Стас. Стас просто... Космос. Стас просто... Давай. Сычев. А, Стас нормально. Просто Сычев. И мы сейчас со Стасом сыграем «Мыслить как подписчик». Стас никогда этого не делал. Стас, волнуешься? Нет. ПСВ или Бенфика? Шахтер или Монако? Если у вас есть ответы на эти вопросы, то советую залетать к моим друзьям Бетвинер и ставить вместе с ними на любое из многочисленных событий. К тому же Бетвинер предлагает самые лучшие коэффициенты, быстрые выплаты, регистрацию буквально в один клик и самое главное, надежность. А еще, введя промокод FLOMD при регистрации, вы можете получить до 25 тысяч рублей на первый депозит. Вся необходимая информация, как всегда, находится в закрепленном комментарии. Переходим, смотрим футбол и побеждаем с Бетвинер. 4, блядь, ну я даже первую возьму. 10. 10. У меня 4, у Стаса 10. Стас первый начинает отвечать на вопрос. Ассоциация с летом. Жара. Есть, детка! Каникулы. Отдых. Нет. Блять. Море. Пиздец, забрал просто балбы. 4. Так, 5, 4 и 2. Осталось какие, знаешь? Да, 3 и 1. Молодец. Призыв. Призыв весенний и осенний бывает. Тебе надо это знать. Отсасывать дедули. На дачу, потому что приезжаешь сюда и отсасываешь дедули. Так, каникулы были, отсасывать дедули были. Так делал, точнее. У меня вообще было ничего нет. Ну, все, проиграл, значит. Уже? Да. Так действует? Я смотрел видео, там... Не, все. Там смонтирую так, я недолго отвечаю, как бы. Не, а здесь будешь монтажать, ты в прямом эфире идешь сейчас на канале. Так, в прямом эфире? В прямом эфире. Всем привет. Да, до этого ты не здоровался же. Еще раз, новые подписчики же приходят. Прямой эфир, Федя, ну соберись. Летом. Ну, таких ребят набрали. Оставь это все. Набрали вам кал. Тебе не нравится? Нормально. Играет неплохо, точно. Но не в мыслить, как подписчик. Ассоциация с летом. А, вот какой вопрос, оказывается, был. Ассоциация с... Очки. Стас настолько плохо отвечал, что камера просто выключилась, чтобы вы знали. Очки у него ассоциация с летом. Танцы. Танцы, танцы, танцы. Есть такая песня? Да. Я открываюсь от земли, лечу. Невыносимо губ твоих касаться. Но так хотела я сама. Вот такая рифма. Клубы. Футбольные? Ну, конечно. Футбол. Сборы. И компьютерные игры. Неограниченная игра в комп. Алкоголь. Я, кстати, думаю, я знаю, потому что отвечали же многие школьники какие-то и так далее. Это можно летом... дополнительно учиться, много учиться летом дополнительно, потому что ты во время учебного года не успеваешь учиться нормально. Один балл максимум. И один балл максимум, говорит Стас. Я говорю, мы ебланов набрали, точно. Это есть такое? Да три, конечно. Три балла. Блять, никогда дополнительно не учил, смотри, какой умный парень. Блять, нет там такого. А, нет, блять. Ты ответил, это считается за ответ, да? Как ответ, да. Давай, ты же там что-то, блядь, так, дополнительно учиться. Нет. Арбуз. Есть, детка! Есть, детка, да, детка. Летом. Да, огурец. Мороженое. Иу! Ну ты специально, да, говорил? Огурец, блядь, школа. Такие вопросы. Ну, ты серьезно так думал? Так, честно тебе сказать, конечно, я не ожидал, что их не будет там, да. Чем игроки Амкала занимаются в свободное время? Я сразу тогда уточню, у тебя вариант дрочит, ты не берешь больше? Беру. Дрочит. Если он актуален, я его беру. Дрочит. 5 баллов. Отдыхают. Нет? Блять, я знаю, сука. Все, я знаю. Игроки Амкала старого, блять, они нового. Да? Мы-то отдыхаем после каждой тренировки. Ну давай тогда, спасибо. Играют в FIFA? Нет. 4 балла играют в игре. Бухают. Один. Блять! Они бухают каждый день! Вот мы с тобой вечером трезвые сидим. Я б немного поддал. Я немного поддал. Смотрят YouTube, сидят в интернете. Снимают контент.
Слушают музыку в наушниках или с колонки. Гуляют. Играют в футбол. В свободное время, они задроты жесткие. Подскажите? Да. Говорят, козявки носы и в рот их берут. Блять, если это заберет. Пусть будет, блядь, ковыряет. Играет в футбол, он гораздо лучше. Блять, я уже свой вариант даже забыл. Так долго думаешь, что я свой вариант забыл. Я был какой-то хороший вариант. А, вспомни. Глагол любой. Занимаются сексом. Так, хотя да, куда им, блядь? Спят, я ответил, не пошло. Спят, нет. Едят. Скажи им. Вот. Видишь, тебе подсказка. Я подсказал, только вот ты сказал спят, я подумал, ну, наверное, ну, видишь, как. Спасибо. Игра наоборот. Игра наоборот. А ты смотрел сейчас только одному? Да. Мне нравится. Качество человека, которое притягивает других. Доброта. Сука, я думал, тройку хотя бы возьму. У меня есть уже ответ, но Федь, быстрее, ёбаный, а, пока не забыл. Что ты говоришь, блядь, когда ты тут сидел, блядь, думал, что лет? Да ёб, я сразу отвечал. Тебе ж помогать надо, блядь, старый. Ребят, мы набрали просто врунов в команду. Просто врунов. Кстати, честность. 5. Да ёбаный, в рот, я забыл свой, прикинь. Так, щедрость. Лето, солнце, отзывчивость. Внешность. Умение сосать член хорошо. Ум. А кого привлекает ум, блядь? В наше-то время, да? Но... Ну, я тебе нравлюсь не за это. Слушай, тебя Кожемяка потом отпиздит за то, что ты гейские шуточки шутишь. На где я шучу гейские шутки? Только что было. Нет, дружба, блядь. Соберись, Федь. Дружба? Дружелюбие, 4. Отзывчивость. Да, правильно. Я же не говорил этого. Как и подсказ мой на поле слушаешь. Блять, точно, 100% попаду, Федь. Аж, ну, скажи хуй сосать, и дай я отвечу. Заботливость. Забота. Ну, умение заботиться. Юмор. Хорош. Точно. А, спасибо, спасибо, спасибо. Я сейчас главное не затупить. Когда я смотрел, всегда просто я думал, как вы отвечаете на это? Все, Стас, соберись. 5 вопросов, 15 секунд. Твой дебют. Есть шанс? Есть. Одолеть одного из самых опытных игроков. Это будет достойно. Согласен. Тем более турниры и выйти дальше. Да, мне всегда было приятно. Приятно. Ты готов? Да. Раз, два, три. Первый вопрос я читаю долго, он достаточно длинный. Время пока не идет. Почему ты вышел на улицу, хотя очень не хотел этого делать? За молоком. Какие начинки бывают в шоколадке? Кокос. Без чего тяжело в лесу? Огня. Я не хочу ехать в деревню, потому что... Скучно. Что родители заставляют делать ребенка? Уроки. Все очень давно ждут мыслить как Федос 2. Угу. Запишем это? Конечно, конечно, конечно. С кем? Со Стасом. Нет, там должен быть какой-нибудь... Кто в тот раз обосрался? Герман обосрался, значит, его не должно быть. Влад очень хотел, Аспиряков, мне кажется, хотел что-то такое. Блатов, Аспиряков, мыслить как Федос 2. Угу. Мы это обязательно снимем в ближайшее время. Ну а сейчас супер игра, возможность выйти в 1/4. Диды, ты реально со свадьбы украл 50 тысяч? Из этих, которые тебе подарили, да? Красавчик. Только жене моей не говорите. Она не смотрит на здесь фотки? Конечно, нет. Света. Раз, два, три. Почему ты вышел на улицу, хотя очень не хотел этого делать? На работу. Какие начинки бывают в шоколадке? Орехи. Без чего тяжело в лесу? Без телефона. Я не хочу ехать в деревню, потому что? Там надо работать. Что родители заставляют делать ребенка? Учиться. Мысли, да, я мыслю как старик, а он мыслит как молодой амкал. Да. Молодой амкал, ты тогда еще не знал о нас. Даже не представлял, а что же тут сейчас? Итак, первый вопрос, почему ты вышел на улицу, хотя очень не хотел этого делать? Какой у нас счет? 26-19. Тут я проебал, честно. Я что-то тупо не подумал о работе. Блин, я сказал за молоком. 1 балл записан к врачу, и надо идти. 2 балла за продуктами. Ну, зачтем, да? 3 в институт. Блять. 4. На работу. И 5 на учебу. 5 в школу. 5 в школу, да. Какие начинки бывают в шоколадке? Ну, орехи. А ты что сказал? Молоко, блин? Кокос. 1 не бывает без начинки. Понятно. Не, у меня, кстати, был все в голове молочный шоколад. А он по времени успел, кстати, долго? Успел. Ребят, 2 балла. Печенье. 3 балла. Карамель.
4 нуга. Опять кокос. И один орех. Ну можно тут, блядь, было, конечно, выебнуться, и потому что кокос это тоже орех. Риттер Спорт. Просто у меня, я всегда люблю с кокосиком. Да? Да, очень вкусно. Ну, советую. Люби дальше. Люби. Тебе, правда, не на что будет его покупать, потому что не выиграешь, видимо, 50 тысяч рублей у Денчика в рубрике. Хорошо. Без чего тяжело в лесу? У-ху-ху! Что ты сказал, без компаса? Без компаса хороший, мне кажется, вариант. Не, без огня. Без огня? Да. А нахуй у тебя в лесу огонь? Ну, типа, если ты остался там, блядь, огонь всегда, говорят, типа, зажечь. Да, мне очень жалко, что я не видел, как он отвечал, мне бы очень хотелось. Не, один балл реально без огня. Блять, один балл? Нет, 2 балла без обуви. Ебанешься. 3 балла, блядь, без денег. Нахуй там деньги. Ну, везде деньги, походу, нужны. Я не знаю, почему они пишут. Здесь, блядь, телефон я охуею. Ты вот карты кропишь сейчас таким образом. 4 балла компас и 5 баллов телефон. Ты видал? Ёпта, я. Ну вот он просто ебашит реально 40 раз, блядь. В эту игру, блядь. Пиздец, как. Ребят, без огня, это. Как в школе учат. Телефон-то есть. Нет, ну я имел в виду, типа, я остался в лесу, потерялся, у меня нихуя нет, ну, я типа, понял, я такой, вот огонь, но мне а нужен. Ты жил типа в лесу какой-то да, время, год? Да? Год? Да. Молодец. И запомни. Я не хочу ехать в деревню, потому что... 1 балл, там туалет на улице. Чего у тебя? О, хороший вариант. Вот это классный вариант. Угадай. 2 балла, нет интернета. О, тоже неплохо. 3 балла, надо работать. О, это мой. 4, скучно. И 5 баллов, комары, насекомые. Извини, пожалуйста, можно поинтересоваться? Ты что ответил? Скучно. Скучно? Да. Смотри, тут ты меня выиграл. Ну, тут я тебя выебал. Да, выебал, да. Последнее, что родители заставляют делать... За 17 ребенка. Давай. Угу. Петь, согласен? Нет. Вопрос, который действительно все решает. 1 балл родители заставляют ребенка помогать. А что за помогать? 2 балла убираться. Ну тут уроки ответил, слышал. Да. 3 ходить в школу. Учиться, угу. Можно засчитать. 4 чистить зубы и 5 делать уроки. За 17, ребят, 0-0 у нас. Давай бонус. Давай, на самом деле, ты красавец, поздравляю тебя. Это было очень тяжело против Федя. Ну не хотелось мне, конечно, новичкам Амкал уступать. Вот, как человек, который все-таки отыграл уже, мне кажется, игр 30, да? Не меньше, наверное. Ну не 30, но 20, наверное, точно. Вот, не хотелось уступать, кстати... Жалко, ты перестал вести все эти вот статистические данные. Стас Сычев. Не Дмитрий, как некоторые утверждали, Сычев, а это Стас Сычев. Да, Дмитрий мой дядя. Его инстаграм. Давайте мы оставим в описании. Да, ребят, делаю розыгрыш. Все эти малолетние сосунки сейчас прокачивают свои инстаграмы. Подпишитесь, может, у них тоже что-нибудь интересное будет. Я пока на Стаса не подписался еще. У вас есть шанс меня опередить. Да. Подписывайтесь. На Денчика, на меня, на тебя надо? Угу. Кто хочет, конечно. Кто хочет, подписан, ну я бы. У тебя розыгрыш какой-то? Да, футболка, ребят. Там какую-нибудь либо Амкаловскую, либо еще. Амкал Про у меня, кстати, есть футболки прикольные. Амкал Про нахуй не нужен. Ребята пишут директ. Да? Да. Что он пишет? Это нахуй не нужен никому. Любую футболочку. Я думаю, Амкал, Амкал Про, кто какую захочет. Что сделать-то надо людям? Подписаться на мой инстаграм, на инстаграм Денчика. Ну и, наверное, это выпьет. Так, и что дальше? И конкурс-то в чем заключается? Просто ну а дальше ты придумай, ёпта, я для чего тебе проиграл, блядь? Бля, чуваки. Да вот я не знаю, что делать, честно. Ну подпишитесь на инстаграм, а я там рандомно выберу, блядь. Во, нормально, да. Нормально? Среди всех подписчиков да. Выберет рандомно. Да. Неважно, с этого видоса вы пришли или нет. Ладно, комментарий еще оставьте под этим видео. Подпишитесь на инстаграм. Да под последней фоткой пускай у тебя оставят комментарий. Под последней фоткой у тебя... Согласен. Федь, спасибо. Ну, они под этим, ладно, и так оставят. Под последней фоткой у Стаса оставьте коммент, хочу футболку. Да. Из всех, кто оставит коммент, из этих 3 человек, Стас выберет победителя. Вот, я тебе все придумал. Спасибо, брат. Спасибо. Давайте. Все. Все, ребят, всем не забывайте, пока. Что на канал Денчик Фломастеров надо подписываться, чтобы наконец-то здесь стало уже 700 тысяч хотя бы. Ставить лайки. Останется 700 тысяч, как думаешь, когда-нибудь.